В Малиновском суде должно было состояться заседание по делу об убийстве титулованного тай-боксера Сергея Лащенко. Однако оно было перенесено из-за того, что конвой не доставил в зал суда обвиняемого гражданина Азербайджана Бабека Дамир-оглы Гасанова. Ранее судебное заседание не состоялось в полной мере, так как обвиняемый попросил переводчика с украинского на родной азербайджанский язык. Сегодня же прокуратура планировала огласить обвинительный акт Гасанову. 26-летний Бабек Дамир-оглы Гасанов находится в Одесском СИЗО с февраля после его экстрадиции из России. Гасанова обвиняют в убийстве чемпиона Украины по тайскому боксу Сергея Лащенко, совершенного в апреле 2015 года на территории еврейской больницы. Дійсно було відкладено судове засідання у зв'язку з тим, що він був недоставлений. Чому недоставлений, буде з'ясовано за моїм клопотанням та за клопотанням потерпілих. Чи це провина адміністрації СІЗО, чи це конвойної роти, буде направлено листа судом для встановлення цих фактів та притягнення до дисциплінарної відповідальності винних осіб. Це, звісно ж, неприпустимо, а розглядати кримінальне провадження за відсутності обвинуваченого ми не можемо. Це вимоги КПК. В моїй практиці ніколи не было, чтобы вдруг не доставлял конвой, тем более по такому громкому делу. Я считаю, что, конечно, должны привлечь к ответственности виновных за то, что не доставили. Я думаю, что дисциплинарная точно ответственность должны привлечь. Но и в дальнейшем, я думаю, с учетом того, что лица, которые виновны в том, что не привезли его сегодня, если не будут привлечены к ответственности, в дальнейшем данное повторяться не будет. Но что придумает сторона защиты и обвиняемые на следующее заседание, мы, конечно, знать не можем. Я уверена на все 100%, что это затягивание процесса, и что здесь была приложена рука обвиняемого или его родственников, потому что все наблюдали, что сегодня родственники не пришли. Они заблаговременно знали об этой ситуации, знали, что его не привезут. Я считаю, что эта ситуация была спланирована. Следующее судебное заседание по делу об убийстве боксера Сергея Лащенко состоится 27 сентября.